Еще раз хочу напомнить, как мы с вами выбираем препарат для пациента, на что мы обращаем внимание. Первое, мы с вами обращаем внимание, это на молекулярную массу препаратов контурной пластики. Физиологическая молекулярная масса в дерме – это 2 миллиона 400 тысяч дальтон. Чуть-чуть выше можем, берем до 3 миллион, соответственно, потому что у нас, мы понимаем, что в зависимости от анамнеза пациента, если пациент у нас с вами часто делает биоревитализацию, то и гиалуронидаза у него повышена, концентрация гиалуронидазы. И с возрастом концентрация гиалуронидазы повышена. Поэтому здесь лучше брать от там, 2 миллионов 400 до 3 миллионов. Молекулярная масса гиалуроновой кислоты в биоревитализаторе дает увлажнение равно отек равно тургор. Вот. А что касается контурной пластики, это нам с вами тоже дает вот именно структуру дермы. Концентрация гиалуроновой кислоты. Чем выше концентрация гиалуроновой кислоты, тем более глубже мы с вами должны вводить препараты. То есть 20-23 миллиграмм – это препараты, которые хорошо работают. То есть их можно вводить и внутридермально, и в поверхностно-жировую клетчатку, и в поверхностно-жировые компартменты. Выше 23-25 миллиграмм мы с вами должны вводить уже ближе к надкостнице. Да, то есть это уже надкостничное введение, это уже невозможность работы в губах. Поэтому особенности, характеристики препаратов в принципе говорят об их универсальности. Значит, концентрация. Концентрация нам с вами обеспечивает, это один из показателей G-прайма. G-прайм – это возможность ткани держать, да, то есть сохранять вот эту вот упругость, как мячик надавили, он расправился. Второе, что у нас с вами входит в G-прайм, это степень ретикуляции. Чем более выражена, чем больше степень ретикуляции, тем препарат становится более вязким. И именно от степени ретикуляции зависит время нахождения препарата в тканях. Не от концентрации, а концентрация плюс степень ретикуляции.